слова Господа: «Если не умолитесь, как дети, то не войдете в Царство Небесное». Что значит «умолиться, как дети»? Дело в том, что ребенок, по крайней мере, он, у него еще мы не видим вот той гордости, которую видим у взрослых. Он, все-таки мы не видим этого. У ребенка еще страсти, так сказать, только начинаются. И они проявляются в очень, так сказать, ну, слабой, что ли, форме. Поэтому Господь и говорит, если мы не научимся и не будем, вот, как дети, вести себя, как? Ребенок вот сейчас, он, кажется, прям плачет даже требует, через минуту он улыбается. У него нет ненависти. Вы слышите? У него нет ненависти к человеку. Он очень быстро откликается с любовью на, так сказать, отношение к себе. У ребенка еще нет такого лукавства, как появляется затем у нас, такого лицемерия. Это постепенно только развивается, и, кстати, развивается по причине родителей. Ребенок учится, ой, как хорошо учится у родителей обманывать, лукавить, лицемерить и так далее. Вот мне кажется, что, то есть не кажется, а так и объясняют, ребенок еще в этом отношении достаточно чист. У него еще нет вот этих таких сознательных искажений своей нравственной жизни, которые мы наблюдаем у взрослых.